Джонсон много играет изоляции, но при этом, конечно, есть Азерис, есть на скамейке Си Джей Брайс, о котором мы обязательно поговорим, ну а тем временем... Есть у него преимущество в скорости практически над всеми оппонентами, но Эмбай ищет, против него Ильницкий защищается, Ливер Джошарль не так часто. Времени проводят, причем наигрывали его на позиции разыгрывающего, в том числе и в февральских товарищеских матчах. Неожиданно здесь Ливер Джошарль. Хотя мы знаем, что Самсон очень любит атаковать. Мело снова с этой точки. И как вовремя. В счете Нил Райкович уступает пока Евгению Пашутину. Ливио Жан-Шарль под кольцом чувствует клуба, который уже завершил свое выступление в этом сезоне. Амат Эмбай на Ливио Жан-Шарль. Теперь это точно 3 очка, да. И месяц до конца регулярки. И, наверное, в середине апреля стартует плей-ин. Ливио Жан-Шарль сегодня. Игроки ЦСКА очень долго этого ждали. Как раз-таки ближайшие 3 матча пройдут на домашнем паркете. Жан-Шарль как легко оставаться на паркете. Кайнуан на Эмбай. Амат лезет внутрь. Жан-Шарль отправляется в полет.